Непревзойденная закуска на все времена, хрустящие огурцы на зиму в банках. Готовить легко и просто. Берите на заметку рецепт. Предлагаю простой и легкий способ консервирования хрустящих огурцов на зиму. Недолгий процесс стерилизации позволяет приготовить отменную закуску. Для рецепта, кроме огурцов, понадобится стандартный набор специй: чеснок, укроп, лист хрена, лавр и перец горошком. Из данного рецепта выходит 2-литровые банки. Все специи и огурцы разделите на 2 банки. Огурцы – 1 кг, вода – 1 литр, сахар – 50 грамм, соль – 50 грамм, уксус 9% – 40 грамм, чеснок – 3-4 зубчиков, укроп зонтиками – 3 штуки, лист хрена – 0,5 штуки, перец горошком – 5-6 штук, лавровый лист – 2-3 штук. Количество порций – 2. Подготовьте ингредиенты для консервирования огурцов. На дно простерилизованной стеклянной банки выложите специи, перец горошком, почищенные зубки чеснока, лавровый лист, нарезанные на небольшие кусочки зонтики укропа и хрена. Из воды, соли и сахара сварите маринад, доведите до кипения. Влейте уксус и сразу выключите огонь, уксус нельзя кипятить. Выложите вымытые огурцы в банке. Залейте горячим маринадом. Поставьте огурцы в кастрюлю с теплой водой. На дно кастрюли под банки проложите кусочек ткани, так стекло не треснет. Включите сильный огонь. Как только вода в кастрюле начнет закипать, достаньте банки. Чтобы огурцы остались хрустящими, их нельзя долго стерилизовать. Достаточно 3-4 минуты. Закатайте огурцы крышками. У меня железные под ключ. Дайте остыть под одеялом, лучше оставьте на ночь. Остывшие баночки с огурцами переставьте в темную и прохладную кладовую.